Неделю назад еще студенты, а отныне защитники правопорядка Украины. Свидетелями такого знаменательного события, которое состоялось перед зданием Донецкого национального театра оперы и балета, стали дончане и гости города. Открыл торжество ректор института, полковник милиции Виктор Николаевич Бесчастный. Выпускники, высокоповажные гости и батьки, дорогие ветераны, вітаю всіх нас із урочистим випуском у Донецькому юридичному інституті Міністерства внутрішніх справ України. Донецкий юридический институт МВД Украины считается одним из лучших в стране по уровню подготовки правозащитников. Уже в этом году 52 выпускника будут работать в подразделениях уголовного розыска, 22 в подразделениях государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, 94 в службе участковых инспекторов милиции, 142 распределены в следственные и 26 в экспертно-криминалистические подразделения. А сейчас ребята принимают свое первое звание – лейтенант милиции. Начальник Головного управления Министерства внутренних справ Украины в Донецкой области, полковник милиции Романов Роман Миколаевич. Смелее, лейтенант. В этом году приказом министра внутренних дел Украины звание лейтенант милиции было присвоено 401 выпускнику. Из них 18 закончили учебу с красным дипломом. От руководства города лучшие из лучших получают благодарности и памятные подарки. Особая благодарность выражается родителям за воспитание. Напутственное слово уже милиционерам дает донецкий городской голова. Вы получили дипломы о высшем юридическом образовании и погоны лейтенантов милиции Украины. Теперь вы обладаете профессиональными навыками, необходимыми для служения нашей Родине. Новаторские позиции в вопросах усовершенствования и развития высшего образования, новые формы обучения позволяют ВУЗу занимать лидирующие позиции среди лучших учебных заведений системы внутренних дел. В программу посвящения лейтенантов милиции вошел плац-концерт духового оркестра Донецкого юридического института, милицейский вальс в исполнении выпускников, а также торжественный марш. Благословили на несение легкой службы милиционеров представители духовенства. Выпускники почтили память тех, кто преждевременно покинул ряды правоохранителей. Потом ребята исполнили гимн Украины. Ну и, конечно же, были слова благодарности преподавателям вуза. Я хочу сказать спасибо большое всем офицерам, которые воспитали у нас сотрудника милиции, настоящего сотрудника милиции. Воспитали у нас те качества, которые присущи ему, самые лучшие. Юным милиционерам и защитникам правопорядка хочется пожелать успехов и продвижения по карьерной лестнице. Конечно же, не забывать девиз, который им прививали с первых дней учебы. Закон, обязанность, человечность и честь. Ника Пиманова, Александр Худалий, Первый муниципальный.